член экипажа. Да мы все члены экипажа. Кто тут скажет, что он предатель? Алло. Футурус. Предателюс. Импостерус. Иди сюда. Вдвоем нельзя же ходить. Вот тут жопу дают. Ромус, вот ты пи***ус. Я предателюс. Базарюс. Ой. А что тут нету? Не, пусто. Генераторус. Ой, пи***ус. Все, это не ты. Значит, ты у нас не импостер. Ну и ты тоже, значит, не импостер. Да. Ромус. Ура. Друг друга, все. Ну если ты импостер, меня не убивай, я ж могу предупредить, типа всем сказать, что ты нормальный. На всякий случай, если ты все же импостер. Блякус. Ой, ебанус. А почему? А кто восстановил ядерку? Я. Я во всем виноват. Олигархарус. Олигархарус, да. Значит, ученикус и спецстазикус. Можешь звать меня кратко. Можешь звать меня кратко педофил. Да. Педофилус. Народ, а хочу порекомендовать вам игровой канал Savage Wolf R&M Gaming, где выходят летсплеи на игры самых разнообразных жанров. От ужасающих хорроров до веселых, нелепых и даже абсурдных развлекательных игр. На канале очень много качественного контента. Здесь вы найдете ролики по таким играм, как Resident Evil 8, Alien Isolation, Ведьмак, Метро и много чего еще. Причем есть такие игры, о которых вы даже не знали. Обязательно загляните, поддержите канал своей подпиской и передавайте автору привет от меня в комментариях. Бля, а. Что случилось? Я чуть охраннику не усрался. Охраннику субгенератора поджидал ус. Не, я смотрю. Нет, нет, ты чего? Он там давно нет. Стоит, он там давно он не напал ус. Я всю игру там стоял. Из-под стенки напал ус. Вот этот синий человечек, он точно нормальный чел. Я прям базарю за него отвечаю. Не, давайте не, забьем, все, все, тихо, тихо, понятно. Там все, давай, как это? Я никого. Ура! Я же сказал. Все, серьезно, футур бы? Да. Нет, это оранжевый, это оранжевый. А, оранжевый, блядь. А я ученус. А я ктоус? Ты дэшкус. Добрый день, кус. Вы активирус? Так. Генератус. Тогда пойдемте, кус. Там и нету. Не было генератора. Ты чего мне поджидал? А, так я хотел активировать кус генератус. Слушай, а ты слушай, я тут недавно узнал. Слушай, а встань-ка вот сюда вот. Я не хочу ёбникус. Да не беспокойся. Просто я слышу, что если вот так долго стоять, есть шанс, что ты этот... соскользнешь и упадешь туда. Скотинокус. Предателюс. Наебщикус. Сука. Наебал, мудак. Я уже начал понимать, что что-то тут не так. Ну поздно. Красникус, предакулус. Стопудовус. Я в альфу. Вот тебе и пизда. О, будет клево. Все-таки все видели, что ты со мной залетел. Ну ладно, не убью тебя на этот раз. Так и ладно, хорошо. А могус? Я наиграл. Да футур. Я наиграл всего лишь 900 часов. Фитурус предателюс, он выключает генератус. Импостерус. Импостерус. Генератикус, выключатус. Скотинус. Стой, не включай, он сам включит, и все закрываем. Да ты сам включил. Да нет. Там серк. Предлагаю выход, предлагаю спрыгнуть вниз, это выход из любой ситуации. Я не хочу умирать. Не хочу жить. Давай. Не хочу. РП-10 толкнул, РП-10 толкнул. Ой-ой-ой, я упал в другую сторону. Предлагаю суицид. Ага, нет. Я заебал ты, блядь. Все, футура на нож, короче, заебал. Короче, футур, заебал. Да. Ребята, так получается, что я не могу проголосовать за футуру. Я не могу. Потом Ярика кикайте, он нравится. Хуйня. По приколу. Не. Да, блядь, да нахуй он страдал хуйню. Так. Ладно, генератор все активирует. Кто? Кто ей из вас? Что, кто, блядь? Кто ей из вас? Мы же уже узнали. Мы же уже с тобой разобрались, что это красный. Ну понятно, это научный руководитель, блядь. Он на красного выводит просто. Это так. Я согласен, это я согласен. Банди его нахуй. Меня. Скотина. Да охранник, давай, блядь. Окружите его, окружите, не дайте ему выстрелить. Нет, не пинайте меня. Бьем его! Нет! Пизди, мудака! Бей его, бей его! РП-10 бьет его ногами. РП-10 схватил за очко. Спаси меня, тучка. Собираемся в одного огромного предателя. Стой, тучка нас затягивалась. Джис и Спарта. Бля! Кстати, Амсер, какого хуя ты решил проголосить тут за него, Усус? Почему? Потому что он начал Гнатус на Красникус. А я Красникус, но какой Деликус, то что Гнатикус на меня Актикус, он Нукус. Ну, потому что это Очевидникус, это типикал ситуэйшн. Спасибо, Кус, что спаси, Кус, Миннукус. Да, бля, все, давай нормально заебал. Не, давай нормально. Нет, не я это, блядь. Давайте все, останемся тут. Не, иди сюда, красный, нет. Мы сейчас просто выясним, кто тут пидоракус, так сказать. Давайте решим поначалу, давайте решим. Слушай, охуенная стратегия. Типа, когда
когда убийца ходит рядом с жертвой, то жертва убирается от смерти. Мы просто вдвоем сразу прыгнем, давай с тобой прыгнем вдвоем. Если я умру, то ты предатель указывает. Гудмод убирается, когда это рядом с тобой стоит предатель. То есть предатель с кем-то стоит. Он свой жертв выбирает Гудмод. А, все, стойте тут, пойдем, попробуем. Любители, мы сейчас прыгнем. Три. Давай. А, я выдру рот. Ну это хуйня, не работает вообще. Это красный, по-любому. Если они не будут продажными, я проголосую тебя. Продажными? Я их всех купил, да? За донаты, блять, на сервере. Вам пиздец. Ой, точнее ему. Я отпалился, гасите его. Не нахуй, это ты, блядь. Это ты единственный предложил эту вот хуйню, хотя, блядь, мы упали. Тут один из нас по-любому был предатель. Тот, кто падает, или тот, кто на земле. Мы далеко были, когда прыгали. В метре, блядь, в метре. Парни, знаете, вы продажные. Ну ты продажный, а ты продажный. А ты просто... Нихуя не понял. Блять, это красный, я тебе базарю, это ты по-любому. Ну потому что, если вы не умерли... Бля... Нет! Нет, отойди от меня! Стой на месте, скотина! Даже не думай, блять, даже не думай. Ну это же не я, я клянусь футуром, который живет у меня в подвале. Тебе нужен футур живым и с руками? Это ты. Хуёвое предложение тебе. А может это я просто этого не знаю. И просто заколдован. Да. Может, я просто убиваю людей неосознанно. Я просто теряю память после этого. Ладно, так и быть. Это серый. Давай. Чего? Блять. Как? Говорил же, дай тебе цомну. Тёма. Дай тебе обниму, блять. Футур останется живых. Футур донёс это домой. Блин, я опять Футур. Член экипажа. Опять это зеленый, он заебал, он говорит, что он член экипажа, а на самом деле он импостер, да, значит. Да, по-любому зеленый. Да. А если я сдохну, это зеленый. А чего ты держишь рядом с большой кучкой людей, а? Чтобы меня не убили, кус. Блять, у меня же мозги разжижаются с этим амогусом, если честно. Я думал, ты зеленый, кстати. В смысле зеленый? Страшный, который. Да. Ну, который этот. Ну, зеленый предатель, да. О, понимаю. Блять, как вызвать человека? Ну, ты понял. Я отключил. Кто? А. Синий сдох. Синий? А где труп? Где он сдох, хотя бы скажи. На спам. Да. Выше нас, да, выше нас. О, ну там. Там Сергом были, там, узнали 49-го. Я из альфа-бэй головки даже не выходил. Мне кажется, это оранжевый. Я сделал 2 гера. Тихо. Мне кажется, это... Смотрите, предлагаю так. Раз Амстер первый начал на футура, то если не футур, то он. Меня ебать что ли, да, меня ебать что ли. Это по-любому. Да, пока. Бля, кус. Это Амстерг. Это не я, кус. Мы с Амстергом и Зеленым были вместе. Сказал, что это не Амстерг. Я тогда понять не могу, а кто. Амстерг бегал с нами, он не мог. Я знаю, кто это. Стоять, дайте, идите сюда. Предакулус. Белус. Да не, я не... Не трогай меня. Да я не, блять... Пожалуйста. Да я не предатель, это ты предатель. Я предатель? Да. Поэтому ты стоишь рядом со мной. Ну, блять, это как? Точно ты предатель. Я просто хочу, чтобы ты меня убил, и, короче, все потом узнают, что ты. Пойдем. Да? Так ты же говорил, это если тебя кто-то убьет, то это зеленый. Ну, я теперь не знаю. Не, вообще, мне все еще кажется, что это тоже может быть зеленый, потому что он начал сразу, типа, гнать, что я... Ну, что я нормальный. Я думаю, он подлизывается. Возможно. Так, ну, еще, по-моему, это, МТФ-ник, и все. Блядь, вот честно, блядь. Его я нахуй вообще не... Бля... Давай, где генератор? За мной, генератор. Вот, да. Вот мы и собрали кус. А, это не МТФ-ник, это вот этот вот. А Красникус. Да. Красный. Короче, это или красный, или зеленый. Одно из... Меня красный не трогал, мы с красным стояли здесь и генератор... Так вы оба предакулуса. А потом надо 2 минуты ждать, давайте разбегаемся. Не нажимай, на 50 секунд ждем. Бля. Стой. Да что? Это ученый. Да. Это не я. Это ты, нет, это он, отвечаю, поверь мне. Ученый вообще палевно говорит. Ну, смотри, я супер слепой, но, по-моему, это ты. Когда человек умер, ты резко отпрыгивать начал. Это ты резко отпрыгивать начал гнать на меня. Потому что ты убил, я убежал. Они так бы и говорил, тем просто. Я за красной карточкой побежал. Он резко, как только Амстерг лег, он сразу отпрыгнул. Начал гнать. Если он говорит, что за карточкой пошел, тогда у меня есть подозрение на него. Давай его, мы сейчас проиграем. Его выбирай. Это стоп, это я тебе не доверяю, ты меня один раз уже обманул. Все, молодец. Ты прав.
Красава, братан. Я рад. Вы что, идиоты? РП-10 ты обнял.